Давай, давай, не ссы! Бляха, муха. Я надеюсь, что это поможет. Я надеюсь, что это поможет. Ну и чё? А мне понравилось. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы продолжим играть в «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Ребята, вы знаете, что делать. Как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что благодаря вам мы продолжаем выпускать «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Чем больше лайков мы с вами сможем набрать, тем больше серий мы будем продолжать выпускать. И не забывайте также подписываться на наши каналы, они прям как мозги, они вас ждут в описании. И также, ребята, не забывайте писать положительные комментарии и писать в комментариях свои идеи для следующей серии «По кто твой папочка». И давайте соберем 5000 лайков для того, чтобы мы ссылочку на эту карту оставили в описании, где вы сами сможете поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Чё это было последней ночью? Опа, я уже не зомби! Папа, папа! Я тоже не зомби. Женя? Мозги. Ну, да. Все по-старому, все по-старому. Папа, похоже, у нашей семейки иммунитет к зомби-вирусу. Мне снятся пони с мозгами. Мне кажется, этот случай уже ничего тут не поможет. Эдичка, у меня есть идея. Давай ее разбудим и отведем к доктору. Он у нас недавно приехал в город и обосновался в одной из старых больниц. Как ты думаешь? Ну, в принципе, знаешь. Да твою мать! Папа, пап, бери пушки, бери пушки в сундуках на всякий случай. Женя, Женя! Ну все же да, папа, мне кажется, нужно ее отвезти. Куда она пошла? Женя, дай выпустите меня! Женя! Зомби, как они? И зомби сидят! Женя, попробуй договориться! Попробуй договориться! Что нам здесь делать? Привет! Я не понимаю. Папа, мы уже все перепробовали, вообще ничего не помогает. Свой раз весь полностью. Но она как бы не ест еще. Неадекватный зомби! Единственный вариант, мы можем. Мы почти пришли к больнице. Мы можем действительно отвезти ее к доктору. Может это поможет. Мне кажется, поможет. Говорят, толковый мужик. Сюда. Женечка, да. Женечка, сюда, сюда, в этом. Там мозги, Женя, там мозги. Женя, Женя, Женя! Женя, пожалуйста, не кушай доктора, он попытается тебе помочь. Женя, не кушай доктора, пожалуйста. Телега. Телега. Телег. Опа. Телега. Пускай будет где-то тут. Женечка. Куда она побежала? Где она? Она... Смотри, она с нами играется. Женя, стой. Женя, да твой. Папа, лови ее. Папа, лови. Папа. Лови ее. Стоять. Тут вот доктор, вот доктор. Женя, сюда. Ты будешь хорошо себя вести, мы тебе дадим мозги. Да. Гордон, доктор Ватсон. Да, доктор Ватсон. Что он нам хорошего скажет? Женя, отойди. Женя, последнее предупреждение. Выстрел, Женя. Так, он какой-то молчаливый. Доктор, нам нужно спасти вот этот случай такой. Ну, зомби, понимаете, зомби, она вообще ничего не понимает и хочет съесть нас. Мне почему-то кажется, он также не понимает ничего просто. Мне кажется... Он не мой! Я, кстати, могу читать по губам. Так, он говорит то, что нужно отрубить то место, где есть укус. То есть, Женечка, куда тебя укусили? Да, в мозге! Нет, мне кажется, если мы тебе отрубим мозги... Женя, Женечка, вспомни хорошенько. Доктор говорит, что нужно отрубить зараженное место. Куда тебя вкусили? Мозги. Да какие мозги? Тогда это вообще, знаешь, тут уже ничего не поможет. Тут уже ничего не поможет, может быть. Нога, мозги. Так нога или мозги? Нога, мозги. Главное, мозги не отрезать. Давай попробуем отрубить ногу, может подействует. Женя, а ну пошли, мы тебе мозги покажем. А ну пошли, пошли. А ну, вот мозги, заходи. Женечка, тут мозги, давай, заходи сюда. Ай, туда, вперед. Женечка. Смотри. Мозги. Ложись на стол. Ишь, какой милый дядя. Он будет нас консультировать. Как нам лучше показать тебе мозги? Мозги, ложись. Да, ложись, Женечка, ложись на стол.
Мозги? Да. Много мозгов. Вот здесь. Где мозг? Вдохни глубоко. Вдохни глубоко. А Женечка, а какая нога? Правая или левая? Раз, две. Обе. Да, мне кажется, на всякий случай, чтобы наверняка. Женечка, а может, папа, знаешь, может ее пожалеем, может дадим ее обезболивающее, Женя. Давай, обезболивающее. Не хочешь? Она не хочет обезболивающее. Ладно, я все же дам, на всякий случай. Женечка. Женечка, не сопротивляйся. Будет лучше для тебя. Может... Твою мать! Женечка, ложись, пожалуйста. Ты же хочешь стать нормальным человеком? Ложись, пожалуйста. Я не вижу! Кто режет? Никого не вижу! Ложись, Женечка, ложись! Тебе приснятся мозги. Приснятся мозги. Приснятся. Ложись, Женечка. Да твоя... Чего же она такая непослушная, зараза? Женечка. Держи её, папа, держи! Она заколебала! Женя, ложись! Ложись! Представь себе вкусные мозги, вдохни глубоко и... Да. Еще, держи её, папа, держи! Она выпрыгла с окна. Пап, мне кажется, нужно ей помочь. Смотри, у нее больше ног нет. Мне кажется, давай ее тут оставим, она уже, в принципе, сходить не сможет, нас не найдет. А может она еще вылечится? Ноги же мы ей отрубили, смотри, сколько кровяки. А что ты спутнул? Я пойду, короче, нормальным путем спущусь. Давай. Ох, бедная Женечка, Женя, как мне тебе помочь? Я не могу, здесь нас закрыли, нас заперли. Нельзя же, там пила стоит. Папа, я тебя спасу. А, ты уже спрыгнул? Я тут. О, кстати. Ты что-то губами шевелит. Ну, папа, я же могу читать по губам. А ну, иди сюда, давай. Мне как-то этот вариант... Женя приползла. Мне кажется, этот вариант не очень. Прикинь, что он, папа, горит. Чё? Что действительно серьезная любовь может превратить Женечку обратно в человека. Он хочет, чтобы я ее поцеловал в губы. Только ну, видишь, вот такую... тебя любишь, видишь? Ага, вот такую паскуду я вряд ли целовать буду. Ладно, давай сюда, Женечка, ползи сюда. Ну что делать? Если доктор говорит то, что это сработает, значит должно сработать. Женечка, а ну ползи сюда. Машина! Ползи сюда. Бедная, у нее сейчас даже мозгов нет. Не мозгов. Толкаем. Вот давай туда, видишь там цветочки? Там цветочки, может я ее там поцелую. Так, папа, не в эту сторону толкай, в другую. Вот туда. Туда. Толкай. Жень. Смотри, ей нравится. В другую сторону, папа, смотри, вот туда. Вон цветочки. Вот там цветочки. Вон. Ну, в принципе, можно и сюда. Давай, Женечка, давай. Тебе нравится? Смотри. Да, она забыла то, что мы ей две ноги отрубили. Ну да ладно. Зря я напомнил. Женечка, вылезай. Вылезай, Женя, ложись вот сюда. Как нам ее поднять? Ой, нихрена себе! На руках оттолкнулась. Женечка, давай пробуй. Папа, я как-то... Ой, давай сюда. Я как-то боюсь, папа. Давай. Мне кажется, это не сработает. Мне кажется, доктор нас обманывает. Ну смотри, тут уже кровяка, кишки на лице. Ты чё, папа? Ты чё? Давай, не ссы! Бляха-муха. Я надеюсь, что это поможет. Ну и чё? А мне понравилось. Фу, твою мать, доктор нас обманул. Фу, я зубы поцеловал. Он походу... Женечка, иди ко мне. Я папа, спаси. Это разбой. Выпустите из этого города. Лучше пускай меня зомби сожрут, чем я опять Женечку вижу. Всем большое спасибо за просмотр. Если вы хотите видеть продолжение, тогда давайте соберем 5000 лайков. И также мы оставим ссылочку на эту карту в описании. Да, ребята, и как обычно, не забываем подписываться на все наши каналы. Ссылочки будут в описании. И как вы видите, мы все же решили повесить Женечку, потому что... Я тут! Папа, она все же выжила! Ну, на зомби, в принципе, не больно.
Также не забывайте писать ваши комментарии. Я буду играть как мозги, как всегда. Буду все мозги читать. Да, и ребята, поэтому мы вам говорим большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Всем пока. Почки. Что, почки?